Приветствуем вас на канале Калита Алекс. Сегодня проведем небольшой экскурс по задней навеске трактора ХТЗ Т-150. Пройдемся по тем деталям, которые установлены на этом тракторе и которые практически всегда есть у нас в наличии. Трактор практически в идеальном состоянии с двигателем ЯМС-238. Первое, на что обращаем внимание на задней навеске, это раскосы. Между раскосами тут же видим центральный винт, или как его еще называют, верхняя тяга. Внизу расположена массивная поперечина и серьга с пальцами. Любую из увиденных вами в видео деталей мы можем отправить абсолютно новую с гарантией вам в любую точку Украины или страну СНГ. Продолжаем осмотр и видим, что здесь еще стоят гидромуфты. И гидромуфты, и распределитель, к которому они подключены, отправим вам в день заказа, максимум на следующий день. Дальше переходим к гидроцилиндрам. Здесь установлен большой 125-й. Помимо этого цилиндра есть также рулевые, которые установлены в нижней части трактора. Каждый наш гидроцилиндр мы тестируем на проверочных стендах, дабы исключить какие-либо дефекты или неисправности. Чуть не забыл про вал, к которому крепятся раскосы. Итак, осталось посмотреть на рулевые гидроцилиндры и, в принципе, на сегодня можно заканчивать. Если вам необходима какая-то деталь или даже целый ремкомплект, все это есть в наличии. Вы можете сделать заказ, позвонив по указанному номеру телефона или написав нам Viber, Telegram или WhatsApp. Возможно, есть вопросы по эксплуатации или установке. Пишите, мы обязательно ответим на ваши сообщения. На сегодня это все. Спасибо вам за ваше внимание. Вы смотрели канал Калита Алекс. До новых встреч!